Мирным жителям Юго-Востока Украины регулярно доставляют гуманитарную помощь из России. Чебоксарцы также не остаются в стороне. С конца июля за полмесяца собрали 8 тонн товаров первой необходимости, а сегодня их отправили в Ростов. Еще с прошлого года вся Россия активно помогает мирным жителям Юго-Востока Украины. Беженцы, прибывшие в Чувашию, получают своевременную поддержку и всю необходимую помощь. По всей стране собирают гуманитарную помощь. Более 5000 неравнодушных чебоксарцев приняли участие в акции. С утра до вечера работало 26 палаток. Мука, сахар, крупы, медикаменты, средства личной гигиены, одежда и детские игрушки. Работники склада сортировали товары по 10-12 часов в сутки. Чтобы детей подготовить скоро канцтовары, учебники, и вот такая очень серьезная, я думаю, что очень важная акция была проведена в городе Чебоксары. Кроме обычных жителей, в акции помощи приняли участие предприятия и организации. Большую роль сыграли волонтеры, а их было более 50 человек. Ребята работали с душой, то есть как бы по зову души, желая помочь жителям Донбасса. Каждый из них понимал то, что он приносит свой вклад помощи Донбассу, то есть как бы в целом со слов ребят, то есть мы и сами видели, как горожане с душой, то есть как бы они с пониманием и сопереживанием приносили гуманитарную помощь. В понедельник фургон доедет в Ростовскую область и присоединится к Всероссийской гуманитарной колонии. Далее после проверки все товары доставят жителям Донбасса. Анастасия Ланкина, Олег Хекимов, Республика.